вечора присвяченого професіям. Рибак отримував замовлення від рибалок, а Каті Кузнєцовій дзвонили виключно ковалі. На якій же пісні вони зробили свій вибір? Дивимось. Я разговариваю с ней как с актрисой, а она разговаривает со мной как с артистом. Нам просто нужно больше, как это... Общаться? Пообщаться. Бери, давай, делай что-то. Ничего не надо. Белая ручка ты. Эта песня, она как-то мне казалось, у меня не получалась. И я начала немножко дуреть, ну, стебаться. И Саша сказала, вот так, можно? Я говорю, давайте, да. Выяснилось, что еще лучше сделать чуть-чуть так под частушку. Не то, что мы так очень все это народно споем, но ну, в этом виде. Вместо того, чтобы играть как, типа, как мухи, да, можно как шмель. Там па-па-па-пау. Умоляю, убери этот африканский народный инструмент. Калимба, делуна, включи рояль. И как Игорь крутой, отвалит. Дюн-дя-дюн-дя-дюн-дя, и все будет нормально. Просто на рояле, сыграй по-русски, по-нормальному. Песня очень нравится, эта песня очень нравится моему папе. Он всегда ее поет. Многие здесь из наших соперников могут прекрасное шоу устраивать. И мы тоже скоро будем по-настоящему там загорать. Тим, кто народился поблизу моря, навіть не треба обирати собі професію. Сміливі стають рибаками, а дуже сміливі – їхніми дружинами. Зустрічайте! Олександр Рибак, Катерина Кузнєцова! Насправді, спочатку вони хотіли заспівати «Я Кузнєцова, ти Кузнєць», але, напевно, це буде вже в другій пісні. Ну що, Кузнєцова,
попалася в сіті справжнього рибака. Ну це і не дивно, тому що вся Європа попалася в його сіті. Але ти як золота рибка вже виконала три його бажання? Ще поки ні. А що це за бажання? Поділись, всім дуже цікаво. Я не можу це, якщо Саша дозволить, я розповім колись. Ну це для цього треба йому все перекласти українською мовою, а поки що він нічого не розуміє, тому просто стоїть і думає, що ми про нього говоримо хороші речі. Саша, це так і є. Ви знаєте, Олександр в дитинстві з батьками ніколи не грався в хованки, тому що рибак рибака видить завжди іздаліка. Катінька, обов'язково в Олександра позич собі, а може він тобі подарує ботфорти. Це тепер дуже модно у новому сезоні. Ну і безперечно, з таким уловом можеш похизуватися в нашому арт-кафе. Ваня, Вася, зустрічайте! Якщо відносини цієї пари стануть серйозними і одружаться вони, то вони стануть продовжувачами славної династії рибаків. Кстати, Вася, ми теж могли б з тобою создати какую-нибудь робочую династію. Почему робочую? Какую-то? Ну какую? Например, династія победителей шоу «Зірка плюс зірка». Встречайте! Катерина Кузнецова, Александр Рыбак! Ура! А почему вы не спели «Ты сердючка, я сердюк», ну, чтобы хоть какой-то балл лишний получить от многоуважаемого жюри? Нам самое главное показывать самые наши любимые песни, правильно? Да. Ага. То есть мы четко подбираем такой репертуар, чтобы нравилось и публике, и нам. Да. Катя, Саша. Мы сегодня о профессиях тут говорим. Поэтому, кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я хотел стать астронавтом. Так что моя мечта никогда не сбылась, к сожалению. Зато другая мечта сбылась. А у тебя? Я хотела быть продавщицей мяса на базаре. И жирными руками на калькуляторе считать, сколько будет 2 минус 1. Дорогі наші морські вовки, саме так можна назвати наше журі після того, як була справжня пісня моряка і морячки. Потап! Хочется от вас больше мюзикла, больше шоу, больше постановки. И вообще мне интересно, ты рыбачка, я рыбак, ты Кузнецова, я кузнец. Вы кузнецы своего счастья. Но для того, чтобы вас подбодрить и для того, чтобы вы включились, расслабились, я поставлю вам, ладно, 8 баллов. 8 баллов, Потап! Сергей Зверев! Знаете, как я рад, что такая красивая пара есть на «Зирке». Ну и прямо они друг друга подходят. Катюша такая неземная вся, вот в тенденции все у нее, так сказать, весь фэшн на ней. Ну, прям повезло. Хорошую оценку поставлю. И Сергей Зверев ставит... 9. 9 баллов! Верха сердючка. Я хочу тоже больше экспрессии, но из-за моей любви к рыбаку я ставлю 9. 9 баллов, Верка Сердючка. Лайма Вайкули. А я молча ставлю просто. 9 баллов, Лайма Вайкули. Вы получили отличные оценки. Не самые плохие совершенно за сегодняшний день. Вы наверняка будете еще эту неделю трудиться. Ну, конечно. Спасибо большое. Конечно.